Депутаты окружного совета депутатов от фракции «Единая Россия» поздравили молодогвардейцев с 18-летием со дня образования молодежного движения, вручили благодарственные письма и пожелали не сбавлять темпов. В организации зарегистрировано около 200 человек. Активисты проводят уроки компьютерной грамотности для представителей старшего поколения. Одними из первых пришли на призыв о помощи Донбассу, занимаются волонтерской деятельностью, помогают в сборе гуманитарной помощи.